Главный вопрос – зачем нужно создавать новый департамент? Чтобы расставить все точки над «и», к участию в дискуссии подключили молодежный актив. Новая структура получит большую самостоятельность и полномочия. В основе ведомства – комитеты по молодежной и социальной политике. Но по сути, это министерство. То есть мы даем, во-первых, совершенно другой статус. Мы при такой реорганизации, мы даем возможность как самостоятельному юридическому органу решать вопросы напрямую с федеральным центром. Новый департамент должен стать генератором идей молодого поколения и всегда быть открытым для диалога. Также планируется открыть ресурсный центр по развитию волонтерского движения и НКО. Это ускорит работу над созданием программы по развитию молодежной политики. Сейчас мы идем тоже к тому, к созданию единой государственной программы, в которой мы можем объединить как раз все денежные средства, чтобы у нас была одна единая государственная программа, которая будет работать по всем направлениям государственной молодежной политики. Участники встречи поинтересовались, как новый департамент будет выстраивать общение с молодежными организациями и кто станет его руководителем. Предлагаю, опять же, пойти открытым путем. Пожалуйста, предлагайте такого человека, который обладает лидерскими способностями, которого знает ваша молодежная общественность и который, ну, условно говоря, не подведет. Руководители молодежных объединений выразили надежду, что с образованием нового департамента им будет проще получить субсидии на социально важные проекты. Сейчас это требует множества согласований. Мы пишем проект год назад, предположим, да? То есть год назад, примерно столько времени, может быть, полгода занимает вот процедура утверждения. И есть на федеральном уровне, все знакомы с президентскими грантами, где намного проще, где намного это все гибче. И я надеюсь, то, что создание департамента может быть позволит избежать таких вот проблем. Изменения затронут и сам областной дом молодежи. На нижнем этаже здания первый вице-губернатор предложил сделать арт-студию, а во внутреннем дворе концертную площадку. Татьяна Гордеева, Андрей Беляков, Губерния 33.